первые воспоминания из детства. Я и родители в саду. Папа брал меня на руки, подбрасывал и кружил, кружил. Память сохранила все, до мелочей. Мамин ситцевый платок, папины шершавые руки. Если бы я только знала, что будет дальше. А дальше? А дальше война пришла. Нет, она не пришла. Она ворвалась и мгновенно забрала у меня все. Все, что у меня было. Мой отец погиб на фронте в июле 41-го. Мою мать убили немцы в 43-м. А я выжила. Выжила, понимаете? Под кроватью спряталась и выжила. А сердце стучало. Тихо так. Тук-тук, тук-тук. А у отца глаза были, как небо майское. Нежное, теплое, голубое. А теперь они зарыты. И он зарыт. Где, где? Папа, папочка, там, там или там. А маму, мамочку они тоже забрали. Я в ее память тюльпаны посадила, ее любимые. А потом они и меня забрали. От дома нашего, от сада нашего. Но я пережила все это, пережила. Вот только спать не могу больше по ночам. Дом наш снится, и отец... И война, и немцы, и войной пахнет, и война стонет, и люди кругом в крови умирают. Я просыпаюсь, кричу и просыпаюсь, а сердце стучит тихо так, тук-тук, тук-тук. Да будь же ты проклята, война! Нация немецко-фашистских войск в районе Сталинграда.